Когда ожидается яркое, особенное событие, зритель в предвкушении душевного подъема спешит в зал. Каждая встреча с хором русской песни обещает большой народный праздник. А тем более сегодня, ведь на сцену выйдут настоящие мастера. Многие вокалисты отдали хору не один десяток лет, прямо скажем, бурной творческой жизни. Я всегда считала, что если есть хор русской песни в учреждении культуры, это всегда визитная карточка. Конечно же, это гордость. Да, в далеком 1979 году мало кто мог заглянуть в 21 век, увидеть многочисленные победы коллектива во всероссийских и международных конкурсах, представить концертные турне и огромную популярность, а главное, то феерическое по изобразительности воплощение народного праздника, которое мы видим во время выступления хора. Матушка Россия, Божья благодать, Матери край горбой, да разверни века, а ты счастье бой, будем не грусть, а страна. Конечно, коллектив оттачивал свое мастерство долгие годы. 25 лет им руководит Алла Анатольевна Захарова. И за это время выросли настоящие виртуозы. Концертмейстер Семен Штырахунов показывает мастер-класс на мини-гармошках. Какие напевы, какие переплясы в коллекции танцевальной группы, как единство большого праздника. Этого и ждет зритель. Новизны и самобытности в каждом танце. В каждом напеве. Сегодня мы просим вас петь вместе с нами, петь вместе с хором русской песни. Сорок пять лет – это возраст расцвета, возраст новых возможностей, а какие при этом рождаются задумки новых номеров и песен, зритель узнает уже совсем скоро. Сергей Берзин, Первый Мытищинский.